Заезд на этот участок. Это уже время, да, Русик? Я тебе говорил, что они едут. 100%, это фантастика. Там самурай. Ой, все зеленое, красивое сна. Штурмует. Тут жесткий тоже надо туда идти. Там очень жесткий самурай. Сейчас может быть экшен опять. Мне там уже так копнули. Не могут зацепиться. Дефазик есть, я его не видел сегодня еще. Это пацаны исполняют. Что тут, нормально? Так. Весело, да? 57-я попытка уже? Ну да, примерно так. Уже 8-я уже. 60. А разгон маленький был, сейчас 60. Проблему. Ты посмотришь. Ух, и настырный. Ты посмотри, что делает. Да. Да. Вот это маньяк. Да. Неплохо. Павло, отойди, машину не видно. Павло, отойди. Что там? Не, ну тут цеплять придется по-любому. Ёлки, там. Там Нива в жестяке каком-то. А тут Юра подтянулся с ямы. 360 градусов оффроуд. Там Шевроле Нива, это Дима. А вон и Валера полетел. Вот это моща. Смотрим, ребята. Лебедятся, там деревья уже заканчиваются в той стороне. Жесткий экипаж, жесткий. Юра там залип. Павло, тебя подстрелить могут, остановись. Павло, я уже с тобой, не бойся.
Олежек, отойди, Олежек, ты закрыл самурай. Я их с Павлом сфотографирую. Решил своим ходом ехать. Без этого. Без. Не тянет лебеда. А как шел, да, красиво начал. Ого, у тебя рация, это ты снял, отжал у кого-то с машины? С унимога или что? Какого? Это моя радиостанция, рация. Рация на броневику, у меня радиостанция. А-а-а. Ну да. Что? Так Юра идет, еще время есть. Красиво тут. Я за упазу. Где? В гараже. Сюда его. Берегу, чтобы не сломать. А как? Да сейчас починим. Летать будет. Берет разгон. А сейчас сантраки покладут. Она там находится. Да? Дай бог и все. Да. И намотает на колесо. Выход с поворотом, да, ровнее надо руль. Стой! Что-то там. А теперь она в бок. Где это там? Не крути руля, что-то я слышу. Поставь ровно руль. Или спереди какие-то звуки. Ну заводи. Красиво. Время! Уже все. Нема? Все, вы дане. Чуть все, не. Все, успокойся. Чуть не успели. Отдали. Юра финишировал. Все нормально. Вот серьезный автомобиль сейчас покажет. Не-не, я не отойду. Говорил, что 2.1 у тебя мотор, или не правда, да? Ну вот ведь капот, обычный Жигуль на карбюраторе. На карбюраторе, да? С газом, без? Без. Ага. Торпеда тоже обычная, да?
с характерными трещинами от времени. Оригинальная, да? Оригинальная торпеда. А печка есть? Да. Работает? Да. Короче, все, и обычная Нива, короче. Красиво выварено снизу все. Кто не смотрел, посмотрите там в предыдущих сериях. Держите, держите его. Кого держать? Машину. Колеса, колеса. Прошло минут 15, самурай на том же месте висит. Посмотрите на этот отполированный бугор уже колесами, днищем. Сейчас Игорь на Ниве покажет, что такое Нива. Все, штурман бежит, красиво идет. Хорошо идешь, хорошо. А теперь Нива за ним. Сантраки ребята хотят подложить. И это правильно. Павло, ты на трассе, что ты делаешь? Мы тебя потеряем, остановись. Бэйч. Что, будет пробовать ходом? Ну что, Паш, включай камеру, договаривай. Подожди, я на бугор не стал еще. Спарта! По лестнице как он ходит. Отойди, отойди, отойди. Ёлки-палки, охренеть вообще. А тут никто сам, наверное, не проезжал. Вот это крутяк. Вот это просто фантастика. Побежали за ними. Ёлки-палки. Вот тут место очень стрёмное. Что-то чуть запыхтело. Затроило немножко. Машина карбюраторная. Что-то там задымело. Ё-моё. Так опасно он. Давай, давай. Так опасно он. Красавчики. Сто процентов, это фантастика. Это маньяки какие-то нереальные просто. Чётко по ним еду.
Вот это номер. Сейчас спросим время. Узнали, я думаю, эту машину. О, тут неплохо. Хоть кто-то из легкого класса попадет в кадр чуть-чуть. Просто, конечно, совсем. Если он сожмёт, чтоб я помнила. Это не RFC. Это что, сцепление или что? А? Патрубок. Патрубок?